Здравствуйте, снова опять Геометр Дэш, опять же Флаттер Шальд Тенастай. И мы продолжаем проходить Дедлокер, хотим еще раз пройти его, еще раз. Максимум 30 попыток даю. Плачусь я, Фла. Флаттершай. Поехал, Фла. Флаттерш. Все верно было. Флаттершай. Ладно. Здравствуй, Флаттершай, Тенастай, мы пытаемся опять пройти, еще раз пройти. Дедлокер, как мы будем выбирать? Флаттершай, мы будем играть в Геометр Дэш. В этот раз мы, как и помните, мы уже прошли полностью эти уровни. Все остальные уровни прошли абсолютно. И мы будем играть с кастомной опять же версии. Но я буду играть не тот хардкор, который я могу пройти, хотя давайте 3 попытки потрачу, но я это буду долго искать, изучать. Мы поиграем в другие уровни, которые поищем. Некоторые даже играл на мобильных платформах, ну на телефоне решил поиграть, скачать, купить и так далее. На самом деле неплохо. И подучиться заодно. Немного подучился даже в уровне, который я не могу пройти, проблематик. Давайте 3 попытки. Ну сейчас 2 попытки даже не потрачу, да? Я уже подзабыл, что тут было. Неплохо. Как я так? Ну, наконец, хоть один раз. Па-пам-па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 -
Так. Вы ничего не видели. Ладно, поиграем в другие уровни. Один из интересных уровней, который мне понравился, который я нашел, это немножко поиграл, даже, может, даже почти прошел, но не помню, который решил поискать по словам в пони. Как ни странно. Я нашел интересный уровень. Не знаю, будет это сказки справа нет, это называется Pony Step. Это такой сложный уровень, но сложновато, реально потратил попыток много. Ну, вроде подучил, но как-то ни разу не играл. Что, давайте попробуем. Это под известную музыку, ну, брони. Pony Rocks называется. Вообще офигенный трек, может даже те, кто не брони, понравится. Давайте. Не знаю, авторские права за это не будут. Вообще охрененно. 1%. Блин, непривычно после телефона. Ладно, попробуем. В принципе, я такой уровень подучил. То, что это не будет слепого происхождения, прям так. Да, непривычно. Музычка просто колбасит. Ну да, подучил хорошо, неплохо. Да, я тут тупил тысячу раз, пока это учил. Самый сложный момент, который тут, это вот это. Вот тут я постоянно туплю. Хотя на компьютере проще намного. Проще, чем на телефоне, я в шоке. Бред, тупой бред. Я забыл запись включить. Блин, затупил. Хватит тупить, реально. Ну да, тут постоянно тупость, реально. Блин, ритм теряю, короче. Забывая одну хрень, там надо задержать кнопку мыши. Я не могу запомнить никак. Ну это тоже любимый момент, где я туплю. 42% новый рекорд хотя бы на компьютере. Неплохо. Рано, отправил микрофон. Да что я рано Все, главное не тупить, Вот тут постоянно туплю, все. Дальше не должно сложно,
Фла. Фла. Ты шай. Шай. Фла. Фла. Шай. Ша. Шай. Вот, блин. Спасибо. Вот эта тупость постоянно вот тут. Запомнить надо. Видите? Ничего сложного. Шай. Рано. А это шай. Рано. Точнее, поздно нажал кнопочку, и все. Одна кнопочка позже, и все. Все. Мы становим флатернатором. Как терминатор, только флатернатор. Все. Шай, 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 флатершай, 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 флати, флати, флатершай, 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 флати, 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 флатершай, шай. Шай, флати, фашай, шай, шай, флати, шай, 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 флати, шай, шай, ша, 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 фла, шай, фла, фла, ты, шай, 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 ша, шай, 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 ши, шай, шай. Шай, шай, флатершай, флати, флати, шай, флати, флатершай, флатершай, флати, флатершай, флати, флатершай, флати, флатершай, флати, флати, все, шай, 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 ши, шай, 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 ши, шай, шай. Шай, шай, и шай, шай. Шай, шай, шай. Ладно. И что можете найти ВКонтакте? Это название музыки, то что? Она долго.